который добивает. Извините, я просто в предыдущей катке очень сильно горит, там 16-14 так въебали, а здесь еще и понизили нахуй. А за что извини? Ну если я там кричал вначале, я сейчас просто помолчу, лучше успокоюсь. У меня горит, почему у меня красный фактор? А? Тихо. Да это хуйня все, блядь. Сити. Help me, guys. I'm throwing smoke. Блять, тарабас мид двери. Мидор. Гусь. Окей, фон. Где этот гусь? Торопился с тобой заходить. Салют, здорово. Дроп, да, сегодня без дробки. Я когда заходил через шорт, там один с диглом стоял, и все. Тут все говорят, у меня красный фактор, не знаю из-за чего, не знаю, как убрать красный фактор, короче. Никто не хочет играть. Просто обязательно постреляться, не любите. Понимаешь, никто не хочет со мной играть. Давай попробуем. Too fucking. Too long. 1B. Ну, чё там у нас? Ну, короче, чтоб ты ставил... Да, был... Похвалу. А, чтоб не похвалу ставили? Ну вот. 81. Я не понимаю, зачем у нас... Можно я скажу, зачем я сам... Силённый всё время прёт на ВП, если он нихуя убить не может? Дебилы. Расчёт тебе. Не возьму там пистолетик. Let's go, let's go. Guys, please. Короче, говорят, надо, чтобы больше лайков ставили. Если лайки не ставите, поэтому кто-то кидает репорт, из этого потом красный фактор. Пиздец. Please, Майк. Guys, we say go fucking mid to B. Sorry, ты, по-моему. Ничего.
Давай, мину. Потом что надо было? Спросил, типа, все капи, чтобы поставили. Это просто КС долбанутая после этого, после этих обновлений тупых. Покажи, что творится. Я просто не понимаю сейчас, что за бред происходит. Да нахуй дверь. And you will lose. We need to rush together. What the fuck? And talk English to me. What? Чё у нас там с лондоном? Закидывай меня. Подожди. Мидал эпи. Мидор. Там калаш есть, там мидор. Флэш бэй. Сайт авик. Скал. Играй. Понимаю, они задолбали своими обновлениями. Хотя бы тот нормальные обновления делали, чтобы банили что-то такого. Они херню занимаются просто. He's short, he's lost. Fucking fucking long. Меня взорвали, еще тут лежу, поставил, меня взорвали. Да, да, сразу. Флешки вперед, вверх кидайте. Смотри только, несите. Кто первый, вперед кидайте. Да бля. Split to be? Нет, нет, нет. Да, да ну это хуйня. Белые, это нихуя не сказать, блядь. Ну, еще похуй, блядь. Мало того, что, блядь, не тушите, не замаливайтесь, блядь, и меня тут. Это... Дим, ой, дай мне арик, окей. Дай мне аркан аутбол, блядь, за луку возьми. Ты себе хуйню играешь, блядь. Will you want it? А, у тебя, блядь. Пары. Давно кусок. Чё твой никил? Перпель сразу дроп. Ребят, нахуй мидл. Давайте мы пойдем на мидл. Дрон пусть спать на мидл. Один близко справа был, аккуратно. Возможно, машина. Молодой. Насал убивает.
Клонт, наверное, остался. Да, пальма. Где? Пальма. Рампа, двое рампа. Надо тебе одному лонг. СБ сядется начинать. Нахуй, вот, да, блять. Тьма, найс, блять. Шарте, блин, чего стоять-то ждать? Не знаю, я с тобой пошел. Ну да, вот один ты за мной пошел и все, зеленый встал что-то в угол, блин. Я сказал, что я иду лонг обойти. Желтый вообще съебался, да? Ой, оранжевый. А ты, блядь, в темке вообще, блядь, тусил. Нет, я ушел с шарта, мне въебало, подлетело к хейшку. Я нас играю. Давайте два бы. Лонг. Шот. Ну, у меня с двух сторон ебут. Да почему? Четыре головы, блядь. Потому что, блядь, идти спиной, открывать шорт, так убивать что? Одного. Нет, пойти, блядь, сити чекать, пока не будут пробегать рампу. Они пушат, чтобы шорт одного стрелять. Если на лонге вот так одного убивает, то все, пизда раунда. Лонг много. Что? Двое. Ушли с лонга. Ну нахуй. Найс, я его накоцал. Деплоинг флешбэнк. Че идет? Блять, патроны кончились. Еще коцанный один на кэтволке. Двое кэтволка. Сходи теперь спину. Да я не могу попасть на. Ты чё, блядь? Иди, двой лонг. Ту лонг. Ёбаный лень, привет. Грёбаный лень. Блин, тупорылое создание, нахуй. Я не знаю, я это давно брал, блядь, 250. Наклейки я сам вроде покупал. Форс, блядь. Let's roll.
Нифига себе. Это лонг, пацаны. Fucking long. Я в нём здесь уже. Надо было щипцы взять. Думаешь, чекай? Я вообще не могу убить просто, блять. Никак. Вчера такая же хуйня была. Разыграться надо. Тихо. Понимаю, что происходит. А я загуглил сканг, чё этот трансфактор понизил. Чё как? Здесь чё у тебя фактор понизился? Да же я говорю, я не знаю, не было такого никогда. Не, я тебе скажу, почему я сейчас гуглил. Из-за того, что у тебя сторонние программы были, у тебя вот КС выключило со сторонней программы, и поэтому фактор. Да нахуй этот слушать-то сейчас. ОБС? Да, из него. Калаш и сейфти. Спасибо. Надо собраться, мне не могу. Чем УБС является, блять? Есть инфа? Нет. Не, чисто. Комп есть. Мид флешка, возможно шорт. Нет. Спасибо. Найс, ребят. Пальма еще один. Че у меня еще чат зависает, блядь, че за бред ты на стриме? Я не понимаю, что за день сегодня такой. Это вливали okay. Первый раз за 4 дня. А завтра стрим будет? Да, завтра еще будет стрим. Минус. Я них не смотрю. Сейчас залетело все просто жесть, меня просто бесит, из-за чего меня этот фактор красный, гребаный. Надо собраться. Я на лонг молотов дам. Дайте добро. Я помогу тебе. Дроп дайте нашему. Не, возьму, не возьму, не надо. Блять, не дождься. Да я чё специально шо. Чекайте шорт, никто не чекает. Там где главы у них. Смотри, я ушел с темки. Флешбэнк. Выход. Пиздец.
It's B, man. Toby. Нет, один был. Пиздец, просто какой тайминг. Они шифтили, блядь, даже еще время. Nice info. All is Russian, Russian, Russian. I'm not Russian, talk to my fucking god English. Ой боже, блять, иди ты нахуй, блять. What the fuck is that? Давайте играем. Не шкаф то не развалить. Риск один. Фляш, фляш. С маком идет. Халаш можешь взять. Бля, меня прошьют сейчас нахуй. На шорт. Блять, один хп, тихо. Блять. Бля, буду один хп. Не у него. Колонг. Пиздец. Один хп одного. Хорош, это он был. Колонг тупой. Хорош. 80. Я ему засадил всех тебя. Хорош. Только это, слышь, что сказал, не давай этому долбоеба ВП. Лучше сам сыграй, блять, или кому-нибудь отдай, только не этому дебилу, блять. Так он меня отобрал, когда я убил двоих, или сколько он подобрал и не отдал. Потому что он, блять, питер нахуй. Играй, играй, не отдавай ему нахуй. Сейчас попробовать, нет. Смог там уйду с Б. Ну ладно, помогать. Шок уже. Пошел, да? Ну это пизда пол. Двое идут на шок. Шок. Поживите, поживите. Он на низе играет. Шорт ласт, блять, пидорас он, блять. Медведь. Все темит, смотрит скан. Черт. Время 20 секунд. Да, будет так. Хорош. Собери. Пишу, что привет.
Дай попробую, пожалуйста, Андрю. Да, да. Говори. Друг мне, плиз. Поеду. Я без раскрытки на бэк. Флэшку для сёрт. Флэшбэнк. Да, флэшбэнк. Да, флэшбэнк. Да, флэшбэнк. Да, флэшбэнк. Блядь, он не близко уже, да вы чё думаете, что нахуй? Как так-то? Шш, близ, 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 Майк, близ. Трое, ну, на сайте. Чё дум, говорим. Давай, чё? Заберите кто-нибудь. Заебался забирать, вот, давай. Сори, мам, сори. Сам без оружия, потом оставь. Дай мне, пожалуйста, дроп. Лапу? Вейк, дроп, дроп, дроп. Мит тебе. Да сука. Fucking one hack. Да бред. Попробуй поинстримить с Ворон. Сама поможет будет на Б. CS go run, я вообще не... Он не раз. А это вообще... А, это труп лежал. Там киты лежали, да? Ну, посмотрю. Ну. О чем говорит? Тормояс. Жалко, это чего? Move it, move it! Флешка лоб. Лонг. Один лоб. Говорю, ты хуя лоб. Я засходил всех. Я рядовый. Лонг, 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 лонг. Пистол лонг. Понял. What are you doing on fucking B? Cunt. Да пошел ты, блядь! У нас один на Б пойдет и четвером на А сядем. Это 5 эко что ли? Не знаю, давай фаг борец нахуй 14. Достал он будет ос. И вот надо и до конца смог. 3-4 снимал. Ну не здесь, оставь их, советую. Что здесь будем играть? Да я боюсь эти ставки ставить. Шорт проходит. Честно.
Мне хватит этого CSGO Net. Привет, там. Пап, кидаю. А вот там. Здесь меня лагает. Ты спал на ОП. Вот 2 часа, блядь, чё с игрой? Maybe mid. Для розыгрыша. Я чек мид. Fucking Xbox. Я один на сайте закрытый. Шорт чек. Айвик осторожно. Шорт идут. Не выходи, не выходи, не выходи. Раскидка Б, смог дверь дает. КБ. Би-би-би. Кану люблю шорт. Близко. Кану еще, возможно. Темка один. Время, время. Тиска. Тайм. Тайм. Ну там, найс. Ой, блядь. Я ему минус 88 дал. Минус 83. Нихрена себе, с 5 баксов 700. Ну это, бля, короче, везение. Я не знаю. Это просто везение, бред какое. Давайте спаун, давайте спаун. Думаешь, я не могу остановиться потом? Пальм, Авик. Понял. Лор. Софт. Да, АВП. И лобот. Я потом хер остановился, но видео скину. Давай типа. Ну давай закинь. Видишь его? Я сейчас нахуй выкину этот компьютер, мне кто-то написал, у меня игра свернулась. Тихо, ну тихо. Тём. One low HP, very low. CT. Минус 18. Нет. Лонг. О май гад, о май гад. Shut up, man. Fuck. Fuck you, Russians, fuck you. Check my dick, fucking green. Блин, обидно, Тём, зря ты зарашил в том раунде, на самом деле, блин. Куда я зарашил? Тебе говорю, мне какой-то... Мне пишут, у меня игра сворачивается, я не знаю, что с этим делать, блядь. Так, мне в стиме написали, игра свернулась. Тебя напали, убили. Выебал бы, нахуй, ты мне пизду, блядь. Да, блядь, свинью получить нахрен. Горели они просто.
Пойду чайку пока с бутербродом сделал. Чё, чекан? А он сразу есть даже. Чат, было же 200, поднял. Да, сейчас покажу, как поднял. Так, привет, какой балик на ране? Вот балик на ране. Короче, 100 баксов слил? Слил. Но у меня 200 баксов не выявились. Они мне их вернули, красава, вообще Кайзгуран, просто сразу отвечают, просто красавчики, за это уважение. Они мне их отдали, я оба скина на 2x, и все, и пури пари рам. Вот, смотрите, можете кайфовать. Всем таких побед, ребята, просто всем. В чате писала дохера людей, что типа, если ты мало депал, то можешь даже не ждать этот скин. О, погнали на 2x, на 2x, на 2x, на 2x. А почему на 2x? А потому что я дебил. А на сколько? Сколько забрать? Так, на... Ну я уже поставил на 2x. А. Куда? Балдеж. 40 баксов в помойку. Я еще на 2 поставил. 50 центов. Я еще на 2 поставил. И сейчас три, трипл, блин. Это вообще будет охеренно. Сейчас. Да ты серьезно? Ну окей, Кайзгуранчик, сейчас мы тебя обуем. Сейчас первый 2x будет, я потом половлю. Next будет 2x? Алло, алло, next будет 2x? Не знаю. Ну, не знаю, блин. А я тут 100 баксов поставил на 2x. Думаю, будет и не будет. Я не стал. Да. А вообще баги, да, тебе? Нет, не пофиг. Я молюсь всем богам мира. Сосать! Сосать просто за всех пацанов, за всех моих подписчиков. Кто сливает, сука, я поднимаю. Просто за всех отомстил. Next тоже 2x? Ору! Не будет дабла, ты чё? Давай на 1.2. На 1.2. Я на 1.2 поставил. Я тоже. Я не ставил. Не будет дабла. Эй, куда? Я не успел. Ставка не обработана, ставки уже не принимаются. Балдёж. Плюс сердце, плюс сердце. Я next поставлю на 2x. Да, не, я это не буду играть. Я сейчас, типа, не умею с умом играть, понимаешь? Я уже... Мне схватит азарта. Ты в конкурсе выиграл. Я ни в каких конкурсах не участвую. Это не мой стиль, чтобы аккуратно играть, понимаешь? Это прям не моё. Вот смотри, что мне сделали, вот такую фигнюшку. Такую картинку. Мне надо какую-то аватарку на YouTube сделать. И какую-то другую... Шапку или как там говорится, уже забыл.
Да, да. Это, короче, друг лимон сделал. Говорит, выпил немного пивка, было у него время, говорит, посидел. Я, бля, надо какую-то аватарку сделать на YouTube. Я пробовал с этим сидеть, как там называется, PS программа, бля, я в ней нифига не шарю толком. Еле-еле сделал эту шапку на канале, сам делал, и то не очень. Сидел с ним хер знает сколько времени. Как убрать второй подбородок? Как пустить фактор двери в CSGO? 2 месяца назад. Есть что-то новое. Давай чекнем, послушаем. Мои личные советы для зеленоватого фактора доверия. Допустим, вы недавно создали новую учетную запись, надеясь на лучший и самый свежий опыт игры в CSGO. И так получилось, что вас слишком часто репортят за то, что вы не делаете ничего плохого, либо просто играете лучше других. Вы получаете сообщение в чате, мол, новый аккаунт, 240 часов и уже глобал, ты жульничаешь, говорят они себе. Неужели вы стоите в одном ряду с огромной кучей читеров и мошенников? Неужели вы находите себя в проигрышной полосе неудачников из-за этого красного фактора доверия? А я именно так себя чувствовал, когда оно у меня было красным. Бро, не бойся, я помогу тебе. Так, что это тут у нас? Реклама. Вау. Ну а на сайте gocs3.pro вы можете открыть бесплатный с депозит, где можно поймать новые промокоды. Фактора доверия. Есть слишком много руководств и видео на YouTube, которые вводят в заблуждение других людей, чтобы сделать сумасшедшие вещи, которые уму непостижимы, которые точно к зеленому фактору вас не приведут. Это 100%. Поэтому я хочу поговорить о том, что сам лично сделал, чтобы увеличить свой фактор доверия с красного в зеленый. Поехали! Как ни удивительно, это демки патруля. И демки патруля, кто бы что ни говорил, действительно каким-то образом влияют на это. И я сейчас серьезно. Патруль действительно очень помогает. Я занимаюсь делами патруля, рассматриваю демки около 2 недель, не останавливаясь. И только для того, чтобы вернуть свой фактор доверия к зеленому. Или, по крайней мере, к желтому цвету. Но для того, чтобы увеличить этот фактор доверия... Короче, патруль надо рассмотреть. Дней. Например, из того, что я просмотрел, мой фактор доверия увеличился через 4 дня после выполнения последнего дела патруля. Поэтому, ребята, 2 недельки упорного патруля и ждем еще парочку дней, думаю, все уже должно стабилизироваться. Отчасти логично, потому что система нуждается в большем количестве вердиктов от других людей. Не, ну ты видел сейчас, что вот этот чувак на фоне творит? Ты вот видел это? Это просто пипец. На тебе, на, мразота. Прямо сейчас ставь лайк под видео, если точно так же ненавидишь читеров. Особенно, когда они попадаются против себя. И пиши комментарии, когда ты отчасти даже радуешься, когда он с тобой в команде. С ним можно поговорить, поугарать, он может дать тебе инфу, и это круто. В игре появится всплывающее окно, говорящее о том, что вы сделали правильное осуждение. И, кстати, вы будете вознаграждены дополнительным опытом при поражении или победе в какой-нибудь каточке. Один патруль равно какое-то количество опыта. К этому прибавляется, как мне кажется, еще и траст-фактор. Уровень стима.
уровень Steam имеет большое значение, о чем я раньше, кстати, задумывался, но как-то не брал себе в голову. Если вы являетесь супримом или глобалом, это последнее и предпоследнее звание, если что, но при этом имея в Steam нулевой уровень с 30 часами игры, вы получите сообщение, как и многие другие, о красном или желтом факторе доверия. Ну а также он может вылезать, если вы делаете что-то ужасное, либо какое-то супер-гипер подозрительно хорошее, поэтому ведите свой Steam как обычно. Всего за 5 евро я поднялся с уровня Стима 2 до 10. Ребята, пипец, у меня 17 левел Стима вообще. Такие уже огромные деньги. И, кстати говоря, чтобы помочь вам, я расскажу короткий и легкий путь для достижения данного уровня под номером 10. Зайдите на торговую площадку и купите самые дешевые карты из 3 разных игр. Да это делал ты. По 5 штук, и вот самое-самое дешевое. Быть может, вам действительно нужен гайд для того, как быстро повысить уровень в Стиме. Если вы хотите, то напишите об этом в комментарии, я обязательно сделаю видео, если будет много-много просьб. Если просьб будет немного, то и видео делать нет смысла. Затем вы просто создаете значок и получаете уровень выше. В интернете есть ну просто тонны всяких учебников, пособий и так далее. У меня 17 левел Стима, чё еще? Так что не буду вас тут долго задерживать, вы найдете для себя лучшее руководство по повышению уровня сами. Этот красный игры. Фактор доверия покупаете просто игры. Бред. Есть тонны дешевых игр и даже пакеты с играми по очень низкой цене. Кстати, скоро будут летние скидки, так что на них также можно будет очень даже сильно закупиться. Просто сделайте небольшое исследование в виде покупки игр, и вы все увидите на своем примере. Бесплатные игры не очень-то помогают, судя по моему опыту. Ну и последнее. Не рекламы, блядь. Довго ще так буде? Ще 4 місяці. Підключай Водафон. Будьте вежливими. Будьте вежливы и делайте все возможное во время игры. Я знаю, что это звучит смешно и глупо шутер. Одновременно, но вы ничего не можете с этим поделать. Не сообщайте обо всех, кто убивает вас. Не репортите их. Может быть, они действительно хорошо играют. Но все равно я на всякий случай хотя бы один репорт для профилактики какому-то подозрительному типу кидаю, даже если у него много медалек, потому что один мой знакомый, имея офигенный аккаунт, куча медалей, куча скинов, играет с Легитом. Так что я ради профилактики все равно всегда кидаю. Ну, вы прям контролируйте свои эмоции, пожалуйста. Не сердитесь, если вы проиграете. Мне лично не хочется играть с ядовитыми людьми, которые кричат и вопят на протяжении всего матча. Вот он хейтит тебя за то, что ты не играешь хорошо, у тебя что-то не получается и так далее. А ты как совет. Скажи ему то, что он сделал хороший килл в том-то раунде. Напомни ему про то, какой вклад он сделал в победу. Или в поражение, или хотя бы в несколько раундов, которые вы взяли. Напомни ему об этом. Да, да. Не нужно отвлекаться. Здорово, на его фан. Вот эти вот хейтерские какие-то заявочки в твою сторону, но то, что он обижает даже твою мать, это без разницы. Будь к нему доброжелателен, и он не сможет устоять. Он не будет тебя хейтить до конца катки. Он по-любому сломается, поймет, что был неправ, и по итогу будет с тобой в хороших отношениях. Вот это и запомни. Вежливость иногда окупается несколькими комментариями и, возможно, даже новыми друзьями. Я уже заебался, уже проигрывать, да, я уже не знаю. Есть хотя бы один прекрасный пример в жизни, когда вы были крайне доброжелательны, крайне любезны к своей команде, и один из них у вас в друзьях, вы с ним иногда общаетесь, играете, а другой просто кинул вам похвалу на аккаунт, и, ну, вы довольны этим. И, кстати, совет быть вежливым можно применять не только в данной игре. Если вы не чайник, то вы будете применять подобное и в жизни. Короче, надо смотреть патруль. В развитии вашей личности. Ну, а лично я желаю вам всего хорошего и надеюсь увидеть вас всех с большой улыбкой на лице во время игры с зеленым фактором доверия. Ну и, как я думаю, нет абсолютно ничего страшного в том, если вы в конце каточки, либо в начале, попросите у своего тиммейта, союзника, друга поставить вам дополнительные ячеечки лидерства, дружелюбности и так далее. Ну, короче, пахлава. Та же пахлава, о которой мы говорили ранее. Ну, ничего не произойдет, если вы один лишний раз этого попросите. Ну, не поставит, ну ничего, предложите альтернативу. Скажите, что так же...
Народ, поставьте похвалу. Масштабный военный онлайн экшен. В одном бою участвуют танки, самолеты. Короче, я сейчас смотрел, надо еще патрули часто смотреть, и это увеличивает шанс. Присоединяйся к битве, и наземная техника бьется за контроль над стратегическими. Же дадите взамен. Это поможет не только вам, но и типу, который вам также это поставил. Так что, ребята, просите, не стесняйтесь. Это очень важный аспект. Например, у меня 3000 штук, 3000 абсолютности, лидерства и так далее. И даже когда я захожу в обычный, в каточку в обычную, да, то есть на обычный сервер, я всегда на первом месте. Всегда. Это говорит о том, что у меня лучший трансфактор из всех людей, которые играют на обычном сервере CSGO. Что дает мне некоторые уверенности, некоторого... Не знаю, я просто кайфую, когда я с хорошим тест-фактором. Хотя, это вообще баллочки. Вот так я справился и действительно буду рад, если вы как бы перемените мой опыт на себе. Надеюсь, вам в этом похвалу. Поэтому не надо будет потеть, там отдать пару соток рублей за то, чтобы у вас было 1000 этих штук. И не пофиг уже, ой, быть может, у вас есть советы еще покруче, еще получше. Окей, когда надо, значит, надо похвалы. О. Похвала, раз. Все, все молчат. Агрит. Ну, горят все потихоньку. Я печеньку ем, нихуя подобного. Он шорт вот эти флешку на воду. Да. Да. Старт. Трое, сайт! Бил! Молодцы. Выходите. Чёрт. Сиди. Шорт. Хорош. Извини, я по кому-то там хуярил, сорян. А все, больше нет. Меня тут хвалили. Два б. Вот сейчас я раздал хэту. Короче, раз в день надо смотреть. Мид. Рампа. Хорош. Бомба. Спина. Давай, иди. Давай быстрее выходи, флешка, если ты блядь, лонг или где, блядь. Флешка, у меня флешка. Сигарета. Ну нету. Сейчас, блядь, в сайте можно убить. Да не, ничего здесь. Надо сегодня собрать 260 подписчиков, а завтра плюс 40. И можно спокойно праздновать день рождения. Да? Ну как ты на сколько у нас смог? У меня с того раунда еще осталось. Хорош. Лавр один, лавр. Лавр, по-моему. Террористы выиграли.
Найс. Ну, это эко было. Да. Не, сегодня 100% не поднял второй аккаунт. Но если они со мной не будут играть с красным фактором, то пойду. Угу. Блять, на броневик какой-нибудь может. Не, он не в первый раунд. Второй раунд был. Знаете, там не первый, ты забыл, да? Три фрага нахуй. Есть лонг питу. Ходи. Айвик слева. Айвик слева на вам идет. Питер, блин. Ну, дать флешку. Блядь. Айвик стоит. Салам алейкум. Жак, вот топ. Что тут происходит, бля, я понял. Так чё, вот, если чё, всё нормально будет, сделаем розерос какой-то. Если поднимем подписчиков, сделаем розерос. Так уж и будет. А потом сделаем розерос аж в понедельник, либо в неделю. А может и завтра ещё. Жахните F1, плит. Бля, я проебал F1 нажать. Двое на рампе. Один мид, один Б. Не, я сразу не отдаю никому модерку. Пойдем назад, не надо. Сука. Модерку надо заслужить. Хуй знает, а сейвить нечего, блядь. Не знаю, короче, я тут немного скинов прикупил, они еще в трейдбане. АВП, потом разыграем. Ну, они еще в трейдбане. Понимаешь? До 5 августа. 31 АВП можем разыграть. Я не знаю, что разыграть. Так, просто по приколу можем разыграть глок. Бизон можем разыграть. Бареты разыграть. Уже не успели. Успели. Чё за накрутка? 41 зритель. Алло, от кого это? Кто мог благодарить за накрутку? Да мы прошлую катку проебали по большому счету из-за того, что, блядь, вот это, блядь, первая половина, блядь, все задумывались, у кого какой, блядь, этот красный, желтый, блядь, как его, блядь, скажем. Фактор, блядь, чёрт. Ебучий. Вот поэтому загонялись, нахуй. Мне кажется, только поэтому проебали. На левого пиздежа много было, да? Что-то все заткнулись, мы раз наебашили, блядь, сравняли 12-12 был, но потом опять, блядь, какая-то хуйня началась. Потом Тёма начал, блядь, полраунда рассказывать. Блядь, я посмотрел, короче, скан, вот, в общем, это потому, что, может быть, блядь, мы играем, нахуй это слушать, это я не понимал. Мы слушали, блядь, где-то, наверное, секунд 20-25, блядь, потому что он объяснял, блядь, Тёма, скану, как, блядь, это все получается. Я сейчас посмотрел, на тебе надо патрулей смотреть часто и похвалы друг другу кидать, все нормально. Никогда этой хуйней не занимался, вот честно тебе скажу. Я не забанил. А еще мне кажется, что это лаг, потому что обычно, когда человек в пати заходит, сразу в группе сообщается, что у него риск есть. Я его не забанил, это бот забанил, я его сейчас разбаню. Ладно, похуй, играем, потом победим. Это, короче, настройка этого бота грёбаного, надо, бля, еще настроить чуть получше. Алекс слева стоит на миду. Нет, рядом КП. Минус 26. Минус 61, лонг один. Зачем его забанил? Сейчас его разбаню. Сейчас его разбаню. Не торопись, сейчас может какого-то минуса сыграть.
понимаю. Что ты задумал? Маленький убил. Да, я так, блядь, в смысле слов. А может я ВП возьму, попробую? Yes. Давай. Бля, я забыл, где это находится, чтобы разбанить. Все, у нас хватает из всех. Мне кажется, надо немножко игру успокоить. Smoke. Немножко, блядь, карту подержать. Там ходы по них. Да, это бот грёбаный просто. Вообще ни разу не зарашили. Пизда, там трое. У одного я... Пойдём, нам бы можешь скан. У тебя один есть скан? Нет, нету, нет. Вот тебе один. Ой, хорошо. Мит убило. Мне, короче, надо идти, надо умереть и... Не-не, не теряется, когда, блядь, не понимает, где. И разбанить. Да, это они послабее, блядь, откровенно говоря, чем предыдущие просто. Потому что мы на понижение идем. О, Шейк, у тебя слетели крылышки. Да, у меня снимки слетели. После того, как слетели, еще катку сыграл. Не хэка, походу. Бомбу берите. Под темку стоит. Yes. Bomb has been planted. Хорош. Да, вот и вся накрутка ушла. Ты чего забанил, который дал мне накрутку? Пан. Ты зачем? Не знаю, кому шарту вообще. Да, на лонг стоит. Пойдешь, лонг? Я помогу. Что давится, хорошо. Шорт близко. Пизда. Вот это я дожал, блять, я. Диспаун, диспаун! Один диспаун! И выпадите, суицид идет! Хорош, убил. Спасибо. Лонг, лонг, лонг! Бокс вышел и мид. Тише, тише! Все, больше никого. Да бля, не слышал, где он! Тихо. Развернись, оранжевый. Пиздец, я не слышал. Топал на тиспаун или, блядь, на это, с лонгом идет. О, блядь, Сава. Сава, красава. Че, отсюда чит, это уже. Минус 52. Смит стоит, двери. Чекай пачку. Убивай. Время. Ну нахуй. Какую не сделал? Ну да, ладно, бывает. Ничего, давайте подписочки, народ. Не хватает. Давайте не мид, да, пожалуйста. Ну его нахуй этот мид. Я просто послышал, как он топнул в сторону тиспауна, и он потом зашифтел и ушел на улонг. Я не мог понять, чё, куда, как происходит. Убил он. Смок.
собрали. Минус 70 на P1. Блять, шел в пушку. Машина. Спину чекай. Уходи. Сити выходит. Смоки. Шорты у нас. Или вон, или шорт. Закрытый парень, пожалуйста. Размен. Это чмо, блять, которое АВП будет, блять, сейвить. Ну, сейвить будет, да, блять. Нет, а у меня нету, теперь все пиздец. Я домой. О, калаш купить, да? Не, не надо. Алло. Давай, давай, попробуй, я сюда. Диман, шутер, открывай. Б, открывай. Да какой открывай, блядь? Открывай, давай, блядь, флешку прямо кидай тебе вверх. Да, давай, я давай, я заебал, я все давай, сдохну, блядь, 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 заебал, иди, беги. Смотри, сдохну сейчас. Хорошо. А ты, ну чё, один навик? Лангу. Блядь, сити, всё, прибыль, открыли, там, открыли, бой. Да, уже у меду стоит, блядь. Ловер. Пиздец, хуй знал, куда идти, блядь. Чё-то мы в разные стороны все побежали, блядь. Да я думал, Снэк открыл ломки и Савва добежал шорт, я шел шорт. Так я открыл, а я не знал, что их 2 ВП, представляешь, 2 ВП на лонгу был. И одного открыл, побежал в пит, блядь. И там второй меня встречал. Все, короче, давайте по очереди, он сейчас зеленый, начинай, куда бежим, говорю, блядь. И все бегают по очереди. Я тебе калаш куплю. Да. А, ладно, я понял. Да, да, подожди, сейчас разберутся, кто хотел что-то купить. Да, ебаная тема, блядь. Всем фраги нужны, нахуй. Чем фраги нужны? Смит, посмотрите, там шорт пушит постоянно. Смок! На двери есть. Throwing a flashback. I'm throwing a grenade. Двое шорт, двое шорт. Один лунг есть. В шорте. Блять, мидл. Исите, исите слева мид. Вы на бане хотите, да? Подожди, Андрюх, секунду. Я уже смог на дверь дал. Я бегу к Хомсон. Стяжка пошла под Б. Стяжка, стяжка пошла. Сука. Пиздец. Медуалку. Все это, блядь, все на Б. Один на Б. Да нахрен. Зеленый, кто там? Они, блядь, шутер сити. Все побежали на Б, блядь. Так может тогда сейчас как-то играем? Мы сыграем на развод? Давай сейчас играем на развод, вон пачку передайте под Б. Пойдем кидать нахуй на это, стреляться, тянуть время. Че, куда идем? Пачка в другую сторону. Постой там до 40 секунды. Флешбэк. Флешка, флешка, флешка. Дам смог носить еще. Давай, давай, смог фейкать. Подожди, сейчас чек. Смог! Машина, да, смог просить. Это сейчас не... Тебя целились. Ну, 71. Заходите, заходите. Сайте!
оставляю. Минус 64. Он меня сразу уебал еще раньше тебя. Иван 28, вот дискорд. А зачем тебе? Сейчас зайдем. Я не могу. Я буду отвлекаться. Минус 67. О, если пати было в дискорде, то да. А так я буду сейчас отвлекаться. Да, калаш возьму. Кто ты хотел, чтобы я в дискорд зашел? Я взял флешки, смог. Ну тоже возьму флешку. Там аук на каре. Да, я понял. Флешку даю. Флешку даю. Сайте! Да пиздец! Нет, давай завтра на втором аккаунте поиграем. Были, блядь, чего тут одного убил только, блядь. Все, блядь. Минус 28. Бля, до 2000. Блядь. Не осталось. У меня в том раунде яко было, блядь. Пиздец, нас экономит, блядь. У нас прошедший раунд, последний. Двое Б, один авик. Убил авик, мид, один Б должен быть. Все под бой. Заходите, заходите, заходите. Погнали, похуй уже, блядь. Давай. Смок! Да ну я нахуй, ебать. Еще один сети. Походу два даже. О, блядь. Да, я думал, ты его пропустишь вообще, идеально было бы. Yeah. Это есть такая ебанская хуйня, когда... Да, он фейтера играет. Ой, да, оранжевый. Спасибо. Пускай сначала отыграет. Чё с вар поднимается? Алё, блядь. Чё, открывать ты не пошёл? У меня респак куда, блядь? Да, не знаю, тебе, а ты тоже пусть не пришёл. Слава Богу, как ты мне говоришь? Я так шутер говорю, блядь, набежит, не открывает нихуя. Я закрываю. Гусявик! Блядь, чё за лаги-то? Ебать, я минус 82 ему дал. Я ему в ногу попал, нахуй. Да нет, он в лаге, смотри, вар поднимается. Минус 82. Найс. Вон, Кади. А, внизу бомба. Хорош! Ебать с парой, нахуй. Если бы я так сражал, меня бы не убил, нахуй. Я не умею так сжимать, блядь. Я думаю, палка стреляет. Круто дожал. Блядь, сам первый бежал на лонку, в итоге самый последний выжил, блядь. Пошли, повозьми хаю, пошли взорвём. С
Всем бегите, да, бегите, пошли, бегите пошли. Два на бой кто-нибудь еще. Я посмотрю мид-шорку. Я боюсь. А, вот. Че, кто взрывается, он не идет, что ли? Нет. Пиздец, вон. Помогает. Отходи вон, если вон идут. Один шорт. Отходи, парил, давай взорвем. Все идут. Чё за лаги, блядь? А взорвали? Сейчас у меня ещё есть хэйк. Шорт один. А, это наш? Нет, не наш. Нет. Флэшбэк! Оставит. Один рампа. Рампа один. Двое! Сайт. Хорош. Молодцы. Я так отвлекал бегу. Чё за бред, бар поднимается так? Надо было просто со мной идти бокс рвать. Да, на самом деле, хуй знает. Я же карал, блядь. Я троих накоцал с хаеш. Понимаете, без меда на Б. Троям поделим. Я молю просто. Я на Б. Тоже Б. Что наоборот открылся. Сканфашку даю. Давай. Fire in the hole. Smoke. Laying down smoke. Throwing fire. Шорт. Минус 7. Канал один есть. Один был. С варом-то, блядь. Бомба у меня, пацаны, бомба у меня. Шорт еще. Найс. Блять. Xbox. Бомба у меня. Скал, шорт, мид. Бомба. Бомба у меня. Окей, да, слышу. По идее, скажи. Минус 27. На пальме он. На суициде уже, он уже в суициде, да. Нихуя силы. Беги в шорт. Тихо. Он на Б не успеет. Да, да. Не надо, нет. Да убей ты его уже. Как с этого можно стрелять? Четыре, три, два, один. Должен успеть. Да, я тебя сейчас кикнул, тебе не успеешь. Бля, бля, повезет. Она, если не успевает, она пиздит в конце. This is the end, что-то. Это с моей помощью. Я бы пойду. Ладно, хорош. Бля, бля, пух, спасибо, что вытащил раунд, блядь. Нет, да, да, да. Мы тебя кикнем, блядь. Бля, да, канал, согласись, вытащил. Никакой красоты. Не видел. Тогда надо быть. Alright! Grenade! Шорт уже, да? Deploying flashbang. Laying down smoke. Grenade out. Deploying flashbang. Блять, сори. Еще шорт. Deploying flashbang! Бомба Б, бомба Б выходит.
Вышел. Минус 60, прыгайте. Бля, я его слышал. Я шаги. Худва. Мы тебя кикнем. Ты нахуй, ебать, я ж не слышу, что он в окно выходит, да кикает у меня, на кикай, сука. Чё такое, чё такое, народ? Он нихуя не прыгал там. Он стоял у тебя, дефол. Что случилось? Ты не заметил его, поечё подожди. Он на лесах стоял? Нет, он в окне стоял. Я дам хаешку в ром. Не, увидно, на самом деле. Я тоже. Пинг 60. Два скаута. Бля, минус 16. Блять. Сайт. Я думал, уже какие-то проблемы. Так, до 2000 даже закупаемся. То в бокс взять глины, нихуя у нас не прошли, я 2 хп целых снял. Давай твой этот, ну, шорт сделаем. Или хаешку. Ну, да, давайте, да, дым дам. И на шорт позакидываем. Блять, ладно, не дам. Скаут, быстрый шорт будет. Отлично. Машина! Бля. Да, как он не ослеп-то, сука? Я приду. Окей, ща приди. Ну все, форум дали, хватит. Пойду на бой. Давайте убивайте их тут на. Уходи, уходи! Нету, нету, не вижу. Она была там. Она была там. Когда-то. Пошел. Тут есть калаш, кому надо. Пошел. Боксу пошел. Может вернуться обратно. Я флешку дал, а они пишут, короче, типа, ну, кого-то наебывают, видимо. Видели, как батя-то там отбился, блядь. Атаку сорвал, блядь, двоих убил. Так, кто там что видел? Ну, дать ФМС, надо ФМС? Слева был. Пальма есть. Я за шорт смотрю. Я шорт смотрю. Ой, лонг смотрю, я смотрю лонг. Шорт есть. Понятно, такой. Пиздец вообще, блядь. Лонг уже вышли. На каре. Так, сегодня мой друг Патрик Фокбон. Ты не видел его голову? Нет.
Нормально. Это хорошо, чтобы больше банили. Нельзя шутом играть. Нельзя. Нет, просто Тёма там с трещоткой был. Я, кстати, у него 85 дал. 66. Oh. Мне тебе смог? Не-не. Так, может. В туннеле есть один. Куда пропал? Я не чекаю. Завис, блядь, на базе, пиздец. Шорт один, тихо. Один туннель. Один шорт. Аккуратно в туннеле едем. Бомба, минус 61, танул. Хорош. У меня бомба. У вас возле пальмы бокса был где-то. Как-то похуй. Non Prime, понимаю, у меня есть второй аккаунт на Non Prime. У меня Арик на М-ку. Кому? Арик? Давайте на М-ку. Да, не Арик, а про М-ку. Ну заебись, да. Я дал дроп. Да я помню. Я мог вам доступить. Ага. Это молик. Смок. Еще есть танк. Лоуэр. Возможно. Просто лимончик делай ветер. Лимончик, сделай мне аватарку, сделал норм. Надо какую-то хорошую аватарку, лимончик. Ну-ка, лимончику, кто-нибудь, пожалуйста. На, я дам. Я уже дал. Все, дали, дали. Окей. Ешку на пальму давай. Дам флешку. Это, блядь, такой кантон, блядь, боксист. Бля, почему со мной не дал флешку? Подождите, мы пойдем, нужно колпаться. Вышел же он, ходи. Иначе спал, не обал. Один лонг. Кушает один базу. А, окей. Айвик лонг. Флешка будет. Деплоинг флешбэнк. Там Б один зашел. Лонг хороший, хороший. Хорош. Еще один айвик слева, ванник. Слева стоит. Слева это... Да. Бомба у меня. Всё, уходи. Вот на пальме не поймал. Тебя да стой, закрутуй. Чекай там просто. Ну где бомба вообще? Тут на гусе. Ну я говорю на гусе, блядь, на сигарет. Стит идет. Стой правой колонны. Отстаньте так хочу. Дверь. Вышел. Попробуй выжить. Ну. Патронов не хватило. Не, я ему говорил, когда он вышел в дверь, он мог выйти просто убить.
Да просто пиздец. Кидаю молотов, я знаю, что он убегать на меня будет, блядь. Я его все равно не убиваю. Блядь, давай форс. Let's go, let's go! Не видно. Не веду никак. Area secure. Флешку тебе дам от борта. Питуарик. Блять, нам пизда тут на панилон. Нет, это пизда, блять. Плантит один. Машина один. Бля, пиздец, чё такие вар поднимается так тупо? Губись один. Рампа, рампа, рампа. Один сад, один рампа. Как они так быстро, бля, прошли? Серьезная ситуация, нахуй. Бля, я ушел просто, сорян. Не думал, ты играть будешь. Опять за тебя, блядь. Эко надо делать. Ты шамповая. Там смог мид. This is what you smoke. Поешку в лонг дадай. Roger that, boss. Throwing a grenade. Есть. Хорош. Черт. Один машина авик стоит на лонгу. Идем бэ, поможем. Бомба шорт. У меня 24. Двое. Уходит на мид. Смог мид тут. Вон, блядь. Оу. Где бомба? Лимончик, лимончик, ты играешь в PUBG? Я там смог. Минус 71. Че спал на ОП. Это в итоге. Че спал. Тут МК есть. Уже пендит, уже пендит. Шорт один идет. Блять, двое в сайт. Один пол хп. Шорт. Спрыгнул в сити один. Пошел на рампу. Пиздец, не хватило. Лево был.
Черт. Где? Двое лодка, двое лодка. Черт. Двое лодка, ребят. Флэшбэк. Блять, мид вышел, пи***. Да я ебал, ёб, блядь. В детей, на. Бред, просто лонг. Хуй, я хана падал. Мам, не надо. Хавна всяк. Да, спокойно, дочка. Давай, спокойнее. Давай, счастливо. Ну, они не сильно играли, на самом деле. Да мы могли выиграть, чё-чё-чё не хватило. Чё, там уже они дожали сами. Он есть. Хочешь по залу? Да его уже по залу. Ну нет, на месте написано. Да нахуй ты его зовешь тогда? Ну я не знал, блять. У меня вообще на эти все линки, на всю эту хуйню. Может, заберут, пойду опять заплачу, меня опять допустят. Вот это круто. Круто, минус подписчик, это прям круто. Обидно, конечно.
Здорово. Или здорово? Здорово. Да, обидно отписался человек. Обидно, думал сегодня собрать побольше. Да, фан, ты тут. Завтра, короче, будем играть на новом аккаунте. Только на новом аккаунте. Ну, думаю, как обычно, вечерком, потому что мне надо завтра мясо запацевать одно, второе, сделать это все, короче. Собрать вещи, короче, всю машину погрузить, понимаешь? Да нет, 20.00 я не успею по-любому. Нам где-то 23. Надо пойти бухла купить там. Так. Я бы понял. Видите, спаун стоит. Ролки назад, назад. Лонг пушит. Трое лонг пушит. Один пальма. Блять, вот кривой. Сайд. Чёрт один. Двое получается сайд. Пиздец, блять, снег заебал курить постоянно. Вот бред. А пизду, блядь, две стороны с 33. Чё да, пан. Сука, почему не под Б, блядь?
Пьем паузу? Ну чё? Все зашли, или нет? Ну курит еще. Это лом. Все лом, бегите сразу лом, сразу бегите. Никто не побежал. Я. Блять, я играл этот раунд, ёп. А, ты это играл. Чё, давайте теперь этот раунд все играем. Перерыв, теперь я подпугурю игр. Нет, всё, надо играть. Come on, come on, chop, chop! Lay down smoke! Lay down smoke! Fire in the throwing a grenade! Я в шоке. Отыграли, блядь. Пьяну, давайте я этот форс сделаю. Форс эко, нет? Ладно, я пошел, я спать, мне утром вставать, удачного стрима до завтра. Давай, Фан, до завтра. Какой ночи. Тягай, Фан. Пальма. Это не по мид двери. А красный. Я не буду чекать, блять. Да я красный отыграю. Что я сделаю, блять? Инфа, блять, бест идет. Охуительная прям. Пизда нахуй, блядь, сука, придурки, что дают Б, блядь. Я тебе бегу на Б, а не на А, блядь, я на А, не на Б. Сука, блядь, инфу давать тупую.
Кинул лор. Xbox живой. Могу все закрыть. Шорт. Тону. Шорт, шорт. Двое. Диман, я на шорт, шорт. Закрою. Сан, чувак, привет, здорово. На тебе твой трофей. Ты его вырвал. Давай. Я на стрелке, блядь. Ну за КТ-то еще можно понять, блядь. Да чё за лаги, блядь, этот самый тупой смог дает. Зачем такой смог давать? Давай сыграем. Слышишь, если хочешь, можешь завтра прийти на стрим. Я сегодня играю только на основе. У меня есть второй аккаунт, там у меня звание два калаша вроде бы, либо калаш с синками. Тоже без прайма. Вот я тебя сейчас покажу. Вон. Завтра можем сыграть. Завтра буду со всеми играть. Вот мой второй аккаунт. Два калаша. Если хочешь, то завтра сразу. Завтра буду только играть на втором аккаунте. Двое там, КТБ. Вот. Мой второй аккаунт. У меня. Даже минус репер. Если хочешь, завтра сыграем. Хорошо. На сегодня только на основе играю. Да какой розыгрыш? Меня даже подписчик отписался. Какой розыгрыш, Флок? Я бы разыграл. Я думал, соберем 200, хотя бы 60 подписчиков, сделал бы розыгрыш. Бля, зачем мне вапа, если мне не залетает? Кидать позицию. Смоки, бля, я не буду пить. Что за тайминг, куёб? Пальма. Смок шорт дали. Смок шорт. Шорт, шорт. На лор пожал. Ровно через смок. Машина. И заснули инфы просто. Шаллава, передаю привет. Как всегда. Ну да, Флок, жаль. Я пойду в яму. Такое ощущение, что он шутер говорит. Я даю желтый. Здравствуй. Да, блядь, у него все тайминги вообще. Попробуй назад уйти. Да, есть еще один.
flashbang. Хороший спал. Smoke! Smoke! Все, ко мне уходи пока. Вон на ловер есть. Это родовый. А, иди лучше в этот ниндзю, встань ниндзю. Лонг есть. Я есть раз как-то да. Один яма. Да, я не знаю почему. Шорт, о шорт. Пец. Да бля, конечно, меня целит, тварь. Блять, как они лонг заходят? Почему у них такие тайминги уйдут? О, под лонг, конечно. Я вообще думал на день рождения, бля, соберу хотя бы 300 подписчиков, а ни хрена там. Пустите лонг, сейчас как раз. А не, зачем? Молит, да, но... Тлёбал. Так я вообще нифига не соберу, конечно. Танул есть. Пиздец, блядь, 92 минус. Давай, ёб, наберёшь собака, еб. Это не Б, разве? Это Б. Они все равно пошли на Б, блядь. Ты же их слышал. Да я думал один. Да сука. Да, так мы совсем. Давай, ты лучше. Спасибо. Очень много флешронков. Да, второй его пройдет одновременно. Что такое? Это заебись нахуй, я уже плачу. Рампа, сайт.
Я левай, блядь, левай нахуй. Просто бред. Ну, он сейчас кое-кого напомнил. Пиздец, у меня горит нахуй, сейчас разъебу нахуй. Дима, Димана, да? Да. Нет, левну. Ребят, если инфа вон, блядь, слева был. Б выходит так. А, нет, флешки. Нет, только флешки не бегут, не бегут, не заходят. На лонг тоже флешки были. Пиздец, инфа. Б выходит, лонг. Фейкует, по-моему. Фейк би. Двое танковые, двое танковые. Блять, найс. Пиздец, минус 22, куда пули летят? Мне страшно, я один дома 2:42 ночи. Нет, они ничего не страшного. Я брал 2 сутки, 3 сутки сам дом. Пацаны, не бегайте мне, давайте нахуй сидеть просто закрыто. Они ждут, пока мы кушаем. Не пушат, они не ждут. Да, это, я пытаюсь не пушить нахуй, они вроде стоят до сих пор. У них есть как раскидка, блядь. Не забыл планты, они заходят, блядь, с хорошей раскидкой. Они фейкуют много, блядь. Меня раскидали нахуй, с моим часом, они, блядь, не берут. Ну, что мне с этим смоком, блядь? Давайте, я мечеку, чё-то. Танал есть, выходит. Пальма. Лонг вышел. А, я съёб, он меня простреливает. Здесь минус 59. Как взбодрить? Не бойся, главное, что ты боишься? Или что там, у вас район какой-то жесткий? Do not be afraid. Do not... Да, 11 до ванны. Саму дома. Когда он боялся подвала, если что-то слышишь, просто закрой рот, либо что там, как он. Английским языком ша. Да. Ша. Да. Или шалап. Хер знает, как правильно. Я английскую не очень шарю там. Подписался. Один отписался, один подписался. А ебать, мы взяли раунд, просто пипец. Не знаю, надо, бля, переходить на стрим поблать. Лучше там читаками сейчас играть, а то тут сейчас фест столько читаков, что просто пипец. Либо постоянно играть на в новом аккаунте и все просто. Бокс еще один. Топ-мита. Даже не знаю, что делать.
наверху, молодец. Сатир? Металлик еще две, две ревик. Не, сорян, я пока модеров всем не раздаю. Кто часто прилетает на стримы нормально, адекватно. На стриме поводится отдам. Шорт-шорт. Я думал, сегодня соберу 260 подписчиков, разыграю какие-то скины, но не получается. Пошел на шорт. Оба, оба, тут оба шорт. Думается. Двое мид, двери, двери. Хилп не идет. Оба там, минус 41 уходят. Танул, один шорт, один танул, один шорт. Теперь что делать, если я поставил фиджет, но у меня просто красная обводка. В чем, в ОБС? Ты в чем? А, я не понял. Пиздец, они просто нахуй ебут на. Ну как не ебать? Попросил бы, дайте поиграть. Какой виджет поставил? Ой, спасибо за подписочку. Мы друг друга не слышим нихуя. Каждый играет, блядь, на своем поле как хочет. Я последний смог случайно кинул, я, блядь, не слышал. Саби, спасибо за подписку. Ты вам пойдешь кровь? Да, а хули нет, ты я промежу. Я тоже тогда пойду ждать буду. А чё именно, какой виджет ты ставишь? Била сайт. Сити идет. Близко. Еще сити. Шорт есть. Сити. Шорт есть. Я не знаю, я тебе сейчас могу показать. Сейчас доиграю, я тебе покажу. Надо тебе ставить захват браузера. Ну там, если смотреть в ютубе, захват браузера, купируешь ссылку, что ты хочешь ставить. А игру захватывает нормально? И через что ты ставишь, в чем именно, в Дональд Альтрес? Альтер, или как там он называется правильно, я уже даже не помню, я просто не через него ставлю. Дали смог, убил одного. Просто не понимаю, через что ты ставишь, Дональд Альтрес или свечи? Мид есть. Или донатим пей. Сити справа один. Шорт запушил один. Идет лонг. Спасибо. Шорт идет. На пизду, ёпта, иди. Лонг будет один. Он яр добрый. Ты что виджет ставишь? Короче, у нас Саша белый ливнул, короче, психанул. Ой, пидарас, блядь. Лонг со скаута. А у нас Питер ливнул, блядь. Йон, ты не. Ну, я не знаю, ОБС меня тоже не захвачивает ни один виджет, понимаешь? Там вроде бы надо VPN подключать. Я не знаю его. ОБС тоже не захватит ни один виджет через Donut Alters. Б, пошли, пошли, Б, пошли.
Я через Donate Pay ставлю все виджеты. Все полностью, и через Streamlabs оповещения о подписчиках ставлю. Хорош. Бомба под потану ставлю. Я тебе сейчас доиграю, я тебе покажу. Окно есть. Хочу пиццу, где вебка? Сегодня без вебки. Да ничего нету на улице, не переживает. А еще раз Диман туда же. Что, снова набойдет? Oh, yeah. Да, да, да. Oh, yeah. Спасибо за подписку. Дим, возьми, пожалуйста, в руку, потуши. Хорошо. Давай, я соберем. У меня день рождения через 2 дня. И пойдем спокойно отдыхать. Танул, танул, танул! Убил танул. Убил танул. Да и хуй с ним снял выиграть. Да нахуй удалить такого. Нахуй пса уже больше нахуй друзей играли в мой толпу. Это возможно собака либо кошка там. У них сейчас эко будет, да? Двое Б прошли. Хорош. Один, да, да? Двое, двое. Металлик есть. Ай, блядь, парам-парам. Сайте без башки! Сайт без башки! Вас сайт без башки! Бочки, минус 76, а сайт. Давай на Б. 261 цап, отлично, большое спасибо. Плеймастер, привет, привет. Да, до сих пор. Авик, нахуй, лучше пушить будем. Давайте, если сейчас все так продержится, разыграем. Давайте какой-то скин, я не знаю. Чё тут по байвик есть? Давай, помогайте на Б. Скан, пойдем на Б. Окей, давай. Я реально я тоже кидал. Я тоже. Бля. Право. Можно с тобой без прайма? Киллер, не, я говорю, я завтра буду играть на новом аккаунте. Мне там тоже прайма нету, я буду со всеми играть, кто хочет. А сейчас я играю на основе только. Ну, как разыграть скин какой-то, не знаю, этих трейд-банд до 5 августа, вот тут трейд-банд для розыгрыша до 31
Юля, на мой день рождения входит трейдбан. Ради интереса можем разыграть этот блок, можем разыграть Бизон. Баретка Star Trek, Бизон Star Trek можем разыграть, не знаю. Аук. Он за воротами, скорее всего. Может, кто-то хочет получить какой-то скин. Там в туалете хочу, но куда нет, я пойду. Давай, иди. НТ. Нормально. Масаби, ты что хочешь стримить? КС тебя захвачен, все нормально? Или что ты стримишь? Сука, ебан. Шлонг пойдем. Я накину флешки. Давай, давай, лонг. Не останавливаемся, идем. Давай, я тоже дам флешку. Бля, он ливнул, сука, этот тварь. Саша белый там или какой-нибудь. Бля, вы. Вот, главное, чтобы бомбу не взял. Я белый. Ничего не видишь. Я сзади смотрю. Ставлю закрытую. Ниндзя, блять. Это бред. Да не, бог червей не могу разыграть, понимаешь, потому что на него трейдбан. До 31-го. Чё он, сука, не дохнет-то? Вот ещё раз попробуем. Ломк. Не, эти скины я бы хотел разыграть после день рождения, в воскресенье, неделю, либо понедельник. Я просто еще завтра стримлю, потом ухожу на пятницу, субботу, неделю на отдых. Двое сити. Сити есть. Вон. Хорош. Сука, шорт, пацаны, он красный. А как? Все, найс. Абаку взял. Тоже взял. А, после дня рождения, да. Я тебе дал скин через 2 дня, потому что ты не мог его взять. Возьми авик. И я отходил... А, да, я даже 2 сутки не стримил. Ехай, я ж тебе лом купал. Один был мид слева. Хорош. Давай быстро шорт проходим. Еще один. Блять, как же мы. Блять, сука, думал, свой отвлекся. Пальма, один и шорт. Пизда, сорян, ребят. Не пизда будет. Не, это мы все команды сейчас. Дали раунд, конечно. Проебали мы этот шот. Бля, ну зато хоть в конце игры, блядь, начали серьезно играть. Это, блядь, единственное за какую? За третью игру мы уже сосали. Теперь давайте хоть разочек выиграем, и что-то Big Star уже ебнусь, нахуй. А почему этот ливнул Саня там какой-нибудь? А я откуда знаю, нахуй. Не знаю, почему. Ну, может, перекур хотя бы 5 минут.
Да и хуй с ним, я вчетвером лучше сыграли. Администрация порнохаб постоянно залетает, и когда... Я пачу пик старый просто. А, надо аэробу на вид, короче. Надо переспускать КС. Да-да. Вот сейчас заодно и покажу. Не, я ничего не дарю, я только разыгрываю типа для подписчиков. Вот сейчас я тебе покажу, через что у меня как настроен. Вот смотри. Вот через это. Донать пей. Вот меня все виджеты вот здесь настроены. Если не работает, просто заходишь. Начало стрима. Донать пай. Открываешь. Ставишь 3 пробела. Нажимаешь. И должно работать. Если не работает, обновляешь. Страницу. И должна работать. Алло. А я 2 пробела поставил. Походу. Нет, это невозможно. Должно же. А эту ссылку надо скопировать. Что за бред? Только что все работало. Ну, все работает так же само на стримлапсе. Донати пай 300 всякий раз, когда оповещение, я о том, настраиваешь, купируешь ссылку, я тест, подписка за свою страну. Ты бра инбит работает. Oh, yeah. Я не знаю, Дональд Альтрас у меня тоже не работает, ни один виджет не захвачивает. И когда делаешь, то делаешь, ставишь плюс, браузер. Не захват окна, ни экрана, ни изображения, захват браузера ставишь. Ставишь туда ссылку. Это тоже не работает. Стримлаб. Смотрите, Alt. Не открывает. Через VPN его надо, я не знаю, только запускать. Не знаю, я тебе предлагаю лучше Wasabi поставить Donate Pay. Он нормально работает, кстати. Столько зрителей было, сейчас никого уже можно и розыгрыш не делать, короче, да? Чё за обновление-то, бля, произошло? Thank you.
Не, я буду разыгрывать. На какой розыгрыш на 3 зрителей? Надо хотя бы 10 зрителей для розыгрыша. Вот так себе настраиваешь и все. Я не знаю, что еще сказать. Если сейчас после обновления не будет захватить КС-ку, я просто сойду с ума. Отвечаю. 4 зрителя. Мне показывает 3. О, захватит, нормально. Делаем переход между сценами. И так делаешь. Прописываешь все, делаешь себе тестовые оповещения, вот так. Должно так все работать. Донати Пай, 300. Прошу послать меня на курсы повышения зарплаты. Пипец, что за херня с этим. Да. Все, врубать на секунду вебку. Ча, подожди, запускается, так запущу. Я пистолет хочу в отца, я понимаю, что человек флок, что он писал, когда будет розыгрыш. Он говорит, ему вообще не везет. Он выиграл Текстер трек, я не помню, как он называется, ему повезло. Надо хотя бы 10 зрителей. Ну да, людей мало. Возможно, завтра будет. Если завтра не будет, то уже будет розыгрыш аж в неделю, либо понедельник. Один раз выиграл, а было всего сколько? 3? Или сколько? Или 4 розыгрыша. Трех один раз повезло тебе, Флок, это вполне ты еще везучий. Четыре. Четыре нету, 3 есть. Потому что я смотрю трансляцию, типа, чтобы чат читать. Понимаешь? Вот как сейчас было 11 или 12 зрителей, я бы сделал розыгрыш. Я не знаю, почему не все ушли. Не понимаю просто. Что у нас за обновление будет-то, да? Что, врубаем вебку?
Бля, я сейчас не могу пораньше, я работаю. Сейчас будет победа после обновления. Сейчас на всю бицуху отыграем. Кто там свистит? Нихуя себе. Бокс. Вот отыграл на всю бицуху. Как можно с револьвером играть? И еще убивать. И еще убивать. И еще убивать. Мне кажется, надо с дигла переходить на револьвер. Как обычно, скаут есть. Делай. Ела. Близко. Двери сити один в окно. Ты валяли как АВП. Ну да, два попадания. Или без брони одного хватит. Ну, скопом. А вот на такое расстояние хорош. Норма. Было 6 зрителей. Еще бы 4 зрителя и был бы розыгрыш. Да? Да. Нету. Нету. Так и запить. Вот когда у меня будет столько зрителей набито на калаше. Минус 80. Право уже. Да справа же, блядь. Навик оставил в данной. Показать пресс. Не знаю, что будет видно. Сколько часов сейчас? 3:20, я думаю, еще часик будет. Там сказали, что, блядь, слева один, я на левую смотрел. Я потом... Я, блядь, грену кинул и все, и пизда. Что, видно пресс или нет, я не знаю. У меня вебка, короче, самая старая.
Походу самое первое, что только вышло. Сити, сити. И дверь идет. Блять, чекает эту хуйню. Один шорт идет, двое мид. Шорт один, Xbox. Шорт залез. Ну, это вроде в норме, если норм. Освещение было бы еще, ну да. Если норм освещения будет, норму в комнате комаров будет. Шорт, 10 хп. Просто отсосут от меня все. Всю кровь. Бля, пошел ты, 2 хп. HP, блядь. Секретка. Ебать, пиздец, блядь. Пиздец, блять, этот змака разъебал. Ну что, опять пошло. Один дым возьми, кто-нибудь. Я взял смок. Проходите, проходите. Где вы проходите? Идите. Сити, сити. Смольного сити. Посетил вас. Шорт. Шорт. Хорош. Да хуя риска, блядь. Шутер, найти калашки. Перекинь там. Где дохуя риск? Ну вот сейчас было, блядь. Так я не лез даже никуда. Вон, блядь. Я лез туда, блядь. Да, пошли бы на мир, сели, блядь. Это пошли на лоб. Мог медаль. Сити, сити. Чисто, заходите, все чисто. Машины ебанутся нахуй.
какой-то. Пиздец. Ааа, блять, машину не чекнуть, а это заебись. Есть. Xbox. Пачку, пачку. Танул, танул, танул. Шорт. Не пик, не пик. А, там двое, шорт. Мне тоже повесили, так же честно. Блять, два авика. Нахуй. Давай попробую Б убить. Он за Xbox прыгает. Есть один Xbox. Бля, на Б заходим, на Б. Пошли, да? Блядь, это ловер, ёбаный рот. А, вид будет там, не? Да, вид. Мид двери. Найс. Зачем? Тифайк. Хорош. Ты берешь авик или нет? А, уже есть оранжевый. Да, не буду брать. Ой, ломка, один яма, уходи. Grenade! Smoke!
Бля, не подпирайте друг друга. Твич пит тумит. Один минус 50. Да как ты, блядь, не залетаешь на? Пистолеты надо, да? Тусите. Может, под Б? Гусь, гусь. Да пойдите один, вон кто-то. Там гусь стоит. Да пиздец. Да выйди, блядь, ты в размен, ёб твою рубаху. Смог, нет, я не знаю, сколько бы. Туби. Пушит, пушит один. Еще один был. Надо 4 еще. Ебаный мид, постоянно к нему подойдешь, блядь, ты что, тебе что-то слышишь, и тебя убивают, блядь, сбоку. Вот всегда такая хуйня. Нет. Скам, дигал тебя. Дайди флешек, пожалуйста. Взял. Убил мид. Это пидорас, ебать. Перед прицелом бегаешь.
Пидорас. А чё ты калаш не взял? А я не видел калаш просто. А там вон, ту модельку, которую пропомнишь. Браво. Привет. Что? No. Let us send them home. Три зума. Все, блядь. Нинджа. Пипец, бот. Паху не нужно вот эти вот три снайперки, блядь, стоять на миду вот по раунду. Мы вы втроем стоите, а мы вдвоем, блядь, что мы с шейком даем пушить будем, что ли, смысл? Ну, вообще тягл был. На денег не был. Я бы хае бокс бы дал. No. Do not be afraid. Let's go. Возможно, лом. Throwing grenade! Grenade! Two has HP. Лонг, рамп. Пипец. This is the end. Умрёт. Обидно. Соберемся, вся хуйня. That's a negative. Let's get this over with. Two scout. Smoke. Fire in the hole. Grenade out. Fire in the hole. Тёма, Тёма, всё, давай назад. Мид двери.
я мид не чекаю. No. Ладно, чекаю мид. Yeah, roger that. Long coming. One shot, mid shoot. Okay. Он по шорту разбил. Пачку решил не ставить, блядь. Гандон ебан. Шорт АВП, ту шорт.